Убая на сердце замирает. Хорошо играйте, расскажите, кнопочки, что о вилах знаете. Слышат песню русские березы и, наверно, слышат даже звезды. Вся Россия играет на баяне. В этом тоже России о баяне. О, баян у нас поют, грустят, влюбляются. Русские свадьбы без баяна не играются. Ходят за кнопочками девочки влюбленные. Кнопочки, кнопочки, хорошо играйте. Расскажите, кнопочки, что о милом знаете. Поблагодарить участников международных ганзейских дней, которые были в городе Пскове в конце июня этого года, и вручить благодарственное письмо от главы администрации города Пскова за участие в этом фестивале. Благодарственным письмом награждается руководитель кружка прикладного творчества «Русская изба» Нина Павловна. Я прошу. Сцену это Прошкина Майя Леонидовна, участница этого замечательного грандиозного международного события от города Ивангорода. Праздничное настроение, оно должно, в общем-то, нас никогда не покидать, чтобы мы смело, уверенно смотрели завтрашний день, чтобы мы максимально делали и приносили пользу для нашего города, ну и чтобы наш город становился все краше, все чище, все любимее и любимее. С праздником вас! Yeah!
Счастливо, любите друг друга и, конечно же, нашу любимую Ленинградскую область. Будьте всего счастливы! Доброго! Спасибо! До новых встреч, друзья! Пока-пока! Всем спасибо!